Снег здесь только в песнях и в творческих прикладных работах. В Юдинском культурно-досуговом центре молодежи в течение 3 дней было по-настоящему тепло и солнечно. 7-й открытый окружной фестиваль «Ярмарка народных талантов» собрал более 700 участников. Люди сейчас во время пандемии немножечко засиделись, и они что-то созидали, что-то делали, и им некуда это выплеснуть. И вот они сейчас принесли все это к нам. Посмотрите, начиная вот от таких малышей 3-леток и заканчивая людьми старшей возрастной категории, которые навязали носочков, да, и они нам принесли какие-то рукоделия, платочки, лоскутные. Это чудо, потому что люди хотят общаться. В фойе и по периметру зрительного зала культурно-досугового центра разместилась выставка работ. Здесь и картины, и фотографии. Много вязаных игрушек, русских тряпичных кукол, разнообразных вышивок, лоскутных картин и ковриков. А на сцене участники в ярких народных костюмах танцуют и поют всем известные песни. Что может украсить настоящую русскую зиму? Только настоящая традиционная русская культура, русская песня, русские танцы – в которых вы все очень талантливые. И я хочу вас поздравить с этим фестивалем и пожелать вам, чтобы вы продолжали хранить те культурные традиции, которые есть в нашей стране, у нашего народа, и продолжали их только развивать. Оценивает работы небезразличная к отечественной истории и культуре жюри. Среди них депутаты Одинцовского городского округа и представители общественной палаты. Вручить заслуженные награды, дипломы и подарки участникам фестиваля приехали и депутаты Мособлдумы. Насколько же талантливы наши дети? Спасибо вам, дорогие родители, потому что столько любви, столько вложено в наших детей родителями, воспитание наших детей. И, конечно, огромное спасибо нашим педагогам, потому что этот талант, безусловно, нужно обязательно развивать. Фестиваль завершился, но собрал в Одинцовском округе настоящую россыпь народных талантов, которые отличаются и мастерством, и высокой духовностью. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».